Отопительный сезон в столице республики завершился. Он прошел в штатном режиме. Каких-либо серьезных сбоев не зафиксировано. Чтобы следующий был таким же благополучным, коммунальщики уже готовятся к работе в осенне-зимний период. В Чебоксарах начались гидравлические испытания и промывка тепловых сетей. В связи с этим будет на короткое время отключена горячая вода. Всего под ограничение попадут около 200 многоквартирных домов и социальных учреждений. Не более 14 календарных дней по нормативным документам, не больше. Но где будет возможность, будут включаться пораньше. Специально выдерживать 14 дней мы не будем. По постановлению главы администрации города к отопительному сезону должны подготовить 47 котельных, 34 тепловых пункта и заменить около 9 километров тепловых сетей. Помимо этого, у коммунальщиков много других дел. Также до сентября месяца запланировано подготовить 920 тонн угля для котельных Заволжья, МУП-теплосеть, более 13 тысяч тонн мазута для Чебоксарской ТЭЦ, текущий ремонт котлов по городу Чебоксары планируется с июня месяца по сентябрь месяц. С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте управления ЖКХ. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика.